Сегодня мы с вами станем свидетелями одного из важнейших событий. Это открытие нового корпуса детского сада номер 18 городского округа Щелково в городе Фрязино и комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Королевский», который будет находиться в помещении этого сада. Здание Фрязинского дома ребенка, который Минздрав ранее принял решение реорганизовать, передано в собственность городского округа Щелково. Как мы и обещали, администрация городского округа Щелково, правительство Московской области, это учреждение продолжит работать и далее для наших детей. Мы сегодня открываем здесь структурное подразделение уникального детского сада номер 18 компенсирующего вида и реабилитационное отделение ПЦСОРа Королевский. Все дети, которые были в этом детском учреждении, дальше могут продолжить здесь и обучение, и реабилитацию. Мы очень-очень этому рады. В Росинке будут работать 4 группы, которые примут 60 детей. Основная задача – помочь детям преодолеть проблемы, связанные с задержкой в развитии, и обеспечить условия для их полноценного развития. Работа компенсирующего детского сада включает в себя разработку индивидуальных планов коррекционной работы для каждого ребенка, проведение занятий с использованием специальных методик и игр, а также работу с необходимыми специалистами. Оснащены кабинеты логопедов инновационным оборудованием, кабинеты дефектологов, изо-студия, оснащена интерактивной интересной песочницей, всем необходимым оборудованием, а оснащена сенсорная комната. Кроме того, учреждение будет сотрудничать с Щелковской больницей и специалистами НИКИ детства. В комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Королевский» пройти лечение могут как и воспитанники детского сада «Росинки», так и другие дети в возрасте от 0 до 18 лет. В отделении работают врач-невролог, врач-физиотерапевт, медсестры-массажистки, инструктор ЛФК, медсестра физиотерапии. Это медицинский персонал и педагогический, ну так называемый, это дефектолог, логопед, два психолога, один психолог по эрготерапии и нейропсихолог. Реабилитация длится 3 месяца после перерыв. Далее специалисты решают, необходимо продолжение реабилитационных мероприятий или нет. Для прохождения реабилитации необходимо направление индивидуальной программы получателя социальных услуг, которое можно получить через госуслуги. Услуги для жителей Московской области предоставляются на бюджетной основе. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.